Это кто? Это кто? Ты кто? Что ты молвишь? Мне непонятно. Они хотели убить меня. Они? Мы? Товарищ гаишник, я занималась идейно-политическим перевоспитанием силушки и везла ее к Ленину. А этот, видать, зайцем хотел проехать. Как мы в подземном паровозике. Силушка. Меня кто-нибудь развяжет? Так, давайте по порядку. Вот эти двое вас решили убить? Да не, вы не так поняли. Мы актеры квеста. Квеста? Квеста? Квеста. Ладно, девочки, мы опаздываем, пойдемте. Вообще-то я девочка-пионерка. А я, главное, Ярочка в селе. Гениальные актеры. Документики! Эх, не поеду я за вами. Бензин дорого стоит. Слышишь, моя последняя нервная клетка просит о пощаде. Кстати, у меня под подушкой есть пару пилюль. Я могу поделиться. Вам будет так хорошо, как нам. Нужно выбираться. У меня есть идея. Больше двух говорят вслух. Милый Петруша! Он к моей Эльзе пристает. Надо бы показать ей место. Все сумасшедшие знают пути отхода. С чего ты взяла? Ну, фильмы видела. Ань, мы не в фильме. У тебя имеются и другие идеи? Нет. Тогда работаем. Петруша, знакомься, это моя новая фрейлина. Екатериной величать. Это та самая, о которой мне столько молвили? Да. Пошли, Петруша, ко мне в койку. Руки прочь от моего Петра. Он мой будущий сударь. Нет. Он мой. Мы будем пить вместе пилюли из одного стаканчика, нарожаем кучу детей и соединим наши коечки. Да ты посмотри на себя. Замарашка ты ему и в подметки не годишься. Отойди, Петруша. Это женские разборки. А мне это тоже нравится. Великодушная Екатерина, я бы с удовольствием поспособствовала вашему браку, но нужны обручальные кольца. Здесь их нет! Но мы с радостью их доставим. Достаньте! 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 Но для этого нам нужно сходить до магазина колец. Уйдете, я останусь без своих подружек. Мы обязательно вернемся. Тогда, подруженьки, ключ находится у дяденьки в кармане. Я вам помогу. Так, аниматоры, за углом притормозите, я там выйду. Ишь, командир нашелся. Ты не помещик, чтобы нам указы отдавать-то, заяц. Поведем тебя к деду Мазаю. А как же и дед Ленин? Согласна, Силушка. Дедушка Ленин сумел весь народ на истинный коммунистический путь направить, поэтому и нашего зайку перевоспитает. И скажите спасибо, что я вас менту не сдал. Спасибо. Спасибо. Да какой Ленин? Скоро вечер, он не работает. Дедушка Ленин всегда работает. Это ты, дурияец, прохлаждался в багажнике. Достопа. Достопочтенные людины пашут, пока солнышко не сядет. А Ленин достопочтенный людин. Самый достопочтенный людина. Это я прохлаждался в багажнике? Сама полезаю, побудь в моей шкуре. С радостью, Силушка, тормози. Ну давай, лезь. Так, девочки, готовимся к отбою. Инопланетяне! Нас всех убьют! Спасайтесь! И это в кали. Ай! Боляче, боляче! Хорошо! И мне хорошо! И нам хорошо! Спокойной ночи, девочки!
Ну теперь за угол заверни и по прямой. Там Сергей Ленин проживает. Там я проживаю, отвезите меня домой, а дальше идите куда хотите. Протестую, протестую, нам к Ленину, к Ленину. А я привыкла слушаться пионерское сиятельство, она меня картошенькой кормит. Приедем, и я тебе ящик картошки вынесу. С другой стороны, один раз не балабас. Это не так говорится. Договорились? Договорились. И за кулек картошки и родину продашь. Алло. Чучундра, подъем! Вставай, валить пора! Может, ее здесь оставим? Смотри, кайфует. Ну как мы ее потом заберем? Да придумаем что-то. Лично я с этой сумасшедшей и минуты больше не продержусь. Ладно, валим!